Сейчас Twitch загрузится. Пойдем учить. Всем приветик. Продолжаем играть. Что-то у нас выключилось. Идет буря. Давайте вот эти шлюпку забьем. Дох не падай! Закончим быстро!
Реликвия погубит Исидору. Неужели она верит, что это и есть воля богов? Она туманит мой разум. Нужно найти ее. Это была не она. Меня обманула. Сука. Нельзя верить в Бога. Нельзя. Представляешь, сколько копоти от этого, дышать нечем. Заперто. Не знаю, что толкнуло ее на это, но причина наверняка здесь. Будем надеяться, здесь она и хранит свои тайны. Скрытая гробница в долине царей. Ее так и не нашли. Реликвия была у нее. Ритуал Маат, проведенный Нитокрис, женой бога Амона. Может, Исидора ее дочь? Хочет завершить дело своей матери. Тут сказано: и он возродил бога, чтобы восстановить мир. Когда Эхнатон умер, его сын Тутанхамон приказал восстановить храм Ра. Он отдал сферу жрецам.
Путь к справедливости и правде будет обогрен кровью невинных. Мать осудила бы ее. Она хочет завершить дело матери. Провести ритуал призыва Маат в гробнице всеми забытого фараона. Наберите за гробницу Тутанхамона. Так, а где он? А вот. Ой, значит, надо бежать кинуться как-нибудь. Сейчас мы... Decision gerek. Эй, ты! Сюда меня не пустят. Я за подмогой! Сохни, тварь! Что ты? Сейчас, по словам капитана, солдат погиб под обвалом. Но причина его проклятия. Берегите себя над каждым, кто войдет в гробницу, распахнуть их крылья. Thank you.
Эй! Эй, что? Я знаю, каково терять любимых. Но это не повод губить свою душу. Он отдал свою жизнь, для него все кончено. Он отдал свою жизнь, для него все кончено. Преследуешь меня как зверя? Баек. РЭД качать ПП, а я просто бегаю. Отдай сферу. Я не хочу смертей. Мать сказала, что это наш долг. Вернуть Маат силу, а Амону — законный трон. Это цель моей жизни. За это погибла моя мать у меня на глазах. Мне хватит сил исполнить волю Бога. Это не сила. Это безумие. Он отдал свою жизнь, для него все кончено. Все, довольно, Исидора. Привет, Евгений. Ты предала Амона. Наш народ, свой долг. Но я не предам свой. Ну,
хочет завершить дело матери. Провести ритуал призыва Маат в гробнице всеми забытого фараона. Я знаю, каково терять любимых. Но это не повод губить свою душу. Сразиться еще раз. Все, довольно, Исидор. Его отец, Эхнатон, отдал ему сферу. Тутанхамон хотел восстановить мир и передал ее жрецам Амона. Но ведомая местью Исидора извратила ритуал. Она предала своих богов. We're innocent.
велит замочным. Уходи в обители Анубиса! Ты мнишь себя судьей? Решать их судьбы, когда твоя порочна? Он выбрал тебя! Я не понимаю. Это было мое право! Моя месть! Зачем он ответил? Зачем дал силу, чтобы закончить ее дело? Если я не смогла. Амон дал тебе не силу. Он дал тебе выбор. Это пиромат. Нет! Мое сердце слишком тяжело. Ты веришь, что Амон поможет мне? Совершить ошибку легко, но и Амону легко проявить милость. Его гнев скоро утихнет, и он будет милосердным. Незримый укажет тебе путь. Владыка Дуата ждет. Отпусти! Отпусти! Думаю, я могу идти сам. Точно? Раньше я думал, что остался один. А теперь я потомок Рамзеса Великого. И моя семья больше, чем я мог представить. Пустяки. Спасибо. Что ты сделаешь с той штукой? Видит Ра, мне она не нужна. Тем более забери ее. Тебе известно, на что она способна. Похорони ее и память о ней. Ладно. Но не здесь. В этой долине не осталось секретов. Это будет последний, брат. Помоги, Маат, и уходи. Если хочешь, я никому не расскажу о тебе, поверь. Эй, Байк! Мы встретимся вновь в полях Иалу. Я прослежу. Все хорошо. Мы и сами справимся. Закроем все здесь. Только отдохну. Отдыхай. Так, задание выполнено. Проклятие фараонов. Наконец-то мы...